Поезд, я... Ты, наверное, не смотрел. Лантер? Ну, я, честно говоря, не помню, на самом деле. Да, у нас тут, конечно, ожидание подходит к концу. Мы переносимся на экран выбора персонажей и видим, что все-таки это будет действительно Хильда, и это будет действительно Айви. Да, две барышни сразятся на прекрасной арене. Мне кажется, она достаточно коротенькая, но выглядит просто красиво. Это одна из DLC-арен, которые нас порадовали в далеком, наверное, 2020 году. Вот, то есть, в игре было уже сколько там, полтора года, да? Вот, выпустили такую арену. Ну, учитывая, какие были арены на старте, совсем уж маленькие, мы помним, как их расширяли из-за всех рингаутов, которые... были возможно. Да, да. Мина, собственно, как умело. Ох, как умело. Выкидывайся, ребят, с половиной арены. Айви тоже, в общем-то, зверствовала на старте игры. Потом арены стали побольше, и, честно говоря, ну, да, есть. Понимаю, что какой-то такой прямоугольничек. Но в целом достаточно. Здесь, в общем-то, вокруг этого и интересно играть. На этой арене можно держаться либо на, так сказать, более широкой части, либо на более узкой. В зависимости от того, какой геймплан. Опять же, есть стенки, опять же, есть рингаут. Да, арена, в принципе, неплохая. Ну, вот некоторые персонажи, как имеют, ну, чуть больше преимущества. Они, вот, тот же самый... Серванс, которого тут можете, по-моему, с одного треба рингаутить, то есть, ну, есть еще такие удальцы с рингаутами, но пока мы говорили о рингаутах и стенках, вот Monkey King уже забирает два раунда, в принципе, Рейден-то неплохо начинал-то, вот, но что-то вот пошло не так, и Monkey просто перехватила инициативу, вот. Сейчас, наверное, уже заберет, да. Уверенный старт от Monkey King. Здесь, конечно же, стоит отметить то, что такой, знаешь, рваный темп демонстрирует Monkey. Это застает врасплох оппонента. Рейдену придется что-то придумывать с этим. Все-таки намного более комфортно в этом матчапе себя чувствует Хильда на Close Range. Наверное, хочется разорвать эту дистанцию любому игроку на Айви, но при этом не стоит забывать то, что Хильда и на Лонг Рендже вполне себе тоже большая угроза. Ну да, ну, что-то посмотрим, вроде... Посмотрим, найдется ли какой-либо ответ, потому что 3-0 это не то, чего мы, возможно, ожидали. Все-таки Monkey сейчас очень уверенно стартанул. Ну, нельзя забывать, что он пошел в турнир, он был одним из призеров, занял второе место. То есть явно... Экспириенса у него хватает на то, чтобы бороться с Айви, тем более то, что Monkey очень много играет в онлайне и в ранкеде, то есть думаю, с Айвами он встречался там неоднократно, особенно поначалу. Вот сейчас немножко, конечно, поменьше всего этого, к сожалению. Но Monkey опыт есть. Ты поймал Рейден своего оппонента. Monkey. Сравнялись по ХП. Понял. Какой неприятный удар вот этот с отходом в сторону, не помню, как он делал, по-моему, 214b, если я правильно помню. Вот, неприятная штука, вот. Наша опыта встает, аааа, совершение. Да, Рейден, да. Либо он такой, всё равно нужно найти, куда вставить. Столько прекрасных персонажей, трудно ошибиться. Но скоро мы увидим Волга, и все вопросы отпадут, собственно. И мы держим Олдеру в Свуме. Продолжаем. Да. Такая угроза традиционных ценностей. Для барышни имеется. Барышни боятся Волда, но Руфус как раз этому и надо. Ух, сколько, какая хорошая каламити, хорошо забуферил. Рейден, но нельзя на рейнже расслабляться Айви против Хильда, там копье все-таки. Флэшбэки от Сингмина должны напоминать Айви, то что все-таки копье это ее злейший враг. Вот. Ух, Soul Charge, как поймал Monkey. Неприятно Айви в Soul Charge.
Надо, конечно, поосторожнее с ней, но Манки рискнул, но неудачно. Хороший комба, какая на контр-хите. Угадывает. Эх, что ж блок-то не жмет-то, Рейден. Вспышечка удара, дикий такой ансейвик, можно было бы наказать. Но уже пол хп снял Рейден ножками. Ох, ты бежал. Неужели это камбэк будет? Не хочет камбэка Рейден для Манки. Включается Солчакс тоже. У Манки еще метр есть. И все, да. Что-то полез, поймал в контрхит. 1-1, все-таки видишь. Рейден слышал тебя, фантазм. Не готов. Как-то и Манки начал нажимать не там, где надо, конечно же. Здесь можно обратить внимание на то, что, да, после вифнутого лоу-бросочка Рейден снова нажимал что-то, и это попадало. Это, в общем-то, скорее вопрос к Манке, почему, так сказать, попадал он, почему не готов был. И теперь вот ситуация, когда все, в общем-то, начинается сначала, однако остается всего лишь один бой для того, чтобы определить, кто же пройдет дальше. Все участники раунда под номером 2 уже определены. И ожидаю. Тоже станет оппонентом товарища Бенни Блейда. Узнаем. Именно в этой игре. Вот интересно, вот опять же лезет Манки, может и агрипсити, но рискует очень сильно. Вот Рейден, наверное, все-таки думал, что Манки поменяет свою тактику, но, видимо, вот эти чарджи, Манки их отпускает по КД. Вот, не может дальше держать, пальцы устают, поэтому приходится нажимать. Вот, ну, Рейду надо собраться и опять подловить, попытаться Манки, все-таки это реально сделать в прошлый раз. Игроков прямо равное количество хп, чуть-чуть больше у Рейдена, прессит. Ух, как... Мне кажется, Манки мог получше наказать, да, и... Любимый подскок Айви, да? Который там много урона снимает. Сколько раз мы видели, да, как именно этот удар решает судьбу раунда. Любит Айви в конце, так сказать, немножечко закинуть этот удар. Само собой, наказать это обычно не составляет никакой проблемы, но если везет, выглядит это весьма эффектно. Ну да, очень душевный удар. Как бы такая массивная женщина подпрыгивает, ну точнее она массивная. Ну да, в общем, не самая маленькая. Ох, какой хороший паниш от Рейдена. И вот видите, прям такой потенциал. Даже удивительно, что никакого акуба момента не случилось вот в этой всей комбинации. Все-таки, знаешь, там Айви умудрилась подловить хильду так, что, в общем-то, может быть, не получилось бы фреймом раньше, фреймом позже. Куда-нибудь в другую сторону пошел бы удар. В принципе, мы к этому в этой игре готовы. Ух, как рискнул Рейден-то с этим ЦЕшкой. Не стоило, мне кажется, это делать. Ну, то есть, он та победил бы, но все же для... Как бы, Soul Charge лучше. Эх, эта ошибка может ему стоить. Эх, не пореспектил Рейден. И это... Прямо, я не знаю, посмотрим, кто сможет это одолеть. Манки метр один. Вчера он хорошо заблокировал, нету паниша. А сколько там? Ну, там что-то маленький, минус 14, да. Мне казалось, раньше такой дикий ансейв был, вот, ну. Подумали. Очень неприятный удар, на самом деле, все-таки за этим. Вроде как анимация медленная, стартап медленный, но вот именно это... среди всех мувов понять, что это 2Б плюс К вроде как идет. Какой хороший. Как хорошо забуферил это. Рискнул на самом деле, если Манки сел бы там. Я думал, он потратит 2 метра в той комбе и нанесет там что-то 120 дамага, но что-то не решился. Он это сделал, решил. Как-то, наверное, миксануть, что ли, ресетнуть. Вот, тоже, в принципе, это возможно. По итогу волевая победа Рейдена. Да. Сумел собраться после очень быстрого первого боя, со счетом 3-0 он там отлетел, не сколечко это его не задело, собрался, сделал все, что нужно, и идет по сетке венеров дальше. Теперь, да, конечно, Манки...